Добрый день, друзья! Сегодня хотел бы вам рассказать о видеоредакторе Filmora. Итак, на сайте есть бесплатная версия, а также платная за $60. Сегодня мы будем использовать версию, которая бесплатна. Итак, загрузился наш видеоредактор. У меня есть короткое видео, будем использовать его. Далее можно добавить какой-нибудь эффект, обрезать его. И, как вы видите, никаких водяных знаков нет. Далее нажимаем «Бесплатно» и «Экспорт». И, как вы видите, на видео уже присутствует водяной знак. А также рекомендую вам интересный блог моей подписчице на тему Германия и путешествия. В дальнейшем она будет разыгрывать призы среди своих подписчиков. Успей подписаться. Ссылка на ее Instagram будет в описании. И теперь я открою наше видео, чтобы в этом убедиться. Как вы видите, на видео присутствует водяной знак Filmora. Что делать в таком случае? Нажимаем «Экспорт», нажимаем «Регистрацию», выключаем интернет и далее вводим ключ. Ключ будет в описании. Копируем его. Нажимаем «Экспорт». Нажимаем «Зарегистрироваться». И, как вы видите, пользователь зарегистрирован. Далее нажимаем «Экспорт». Итак, вот наше первое видео, вот второе. И, как вы видите, видео уже без водяного знака. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.